Скажите мне человека, который придумал такую хуйню, что его деньги это наши деньги, а мои деньги это мои деньги, блять. То есть вы оба убахиваетесь, блять, на работе, приносите домой котлетки, и мадама говорит: ну, короче, вот это мое, а твое давай с тобой на два поделим. Ну, потому что ты мужчина, блять. Я сейчас не пытаюсь, как бы, покрыть мужиков, просто мне очень интересно. Сначала все женщины орали, блять, что хотят, сука, равноправие, а потом, когда дело касается денег, так они сразу хвосты поджимают, типа, ну, не было такого. Безусловно, есть мужчины, которым очень нравится, им буквально в удовольствие тратится на свою женщину. Вам просто цены нет. Но когда девушка идет в отношения с целью: сгребу-ка я со своего мужичка побольше денег, блять, тебя не устраивает твоя работа, ты на ней мало зарабатываешь, блять, иди, найди себе другую работу. В чем проблема? В наше время это не так уж и трудно сделать, поверь. Я просто искренне не понимаю этого фанатичного желания залезть к мужику на шею исключительно из-за денег. Да, блять, если мне надо будет, я пойду и сама их заработаю. Проблемы, опять же, нет. Просто я всегда была за какие-то действительно равноправные отношения, когда ты можешь заплатить за него в ресторане, он за тебя может где-то заплатить, ты можешь ему что-то купить, подарить и так далее. Это вполне себе нормально. Поверьте, я деньги тоже очень люблю, но, блядь, не до такого состояния, чтобы выкачивать их из своего мужика в таком количестве. Скажи...